Итак, шампуры выполнены, естественно, из пищевой нержавейки. Вот толщина нержавейки, как вы можете увидеть, практически 2,5 миллиметра. Вот ручки выполнены из дерева, лакированные. Ну, лак — это не самое важное в них. Вот, чтобы ручка не выскакивала. Ну вот здесь она получается у нас, как видите, заклепочка идет. Длина шампура рабочей его части 50 сантиметров. Вот потом 7 сантиметров винта. И длина ручки у нас получается 15 сантиметров. Да, на всякий случай. Ширина самого полотна 12 миллиметров получается. Вот. Вот такие вот шампурочки. Очень удобные. Вот, руки не жгет. Есть несколько вариантов по размерам, несколько вариантов по форме ручек. Вот, все их вы найдете у нас на сайте. Вот, рекомендую использовать хорошие, качественные наши российские шампуры. Рекомендую.